Заурзаке, салам алейкум. Я хочу сысу, у тебя все хорошо, все нормально. В общем, приехал твой Lexus. Вот конкретно Lexus твой приехал. А сейчас будем делать обзорчик. Ребят, всем привет. С вами я, Виталик, Десант Транспорт. И Lexus нашего заказчика. Я, правда, сказал Яхчимсыс. Это в Казахстан едет, не в Узбекистан. А Яхчимсыс это по-узбекски. Привет, типа, как дела? Если я не ошибаюсь, поправьте меня. В общем, купили Lexus. Это хит продаж, который люди любят покупать с Казахстана. F-Sport. Хотел он проекцию. Проекция есть. Вот она. Хотел красный салон. С вот такими алькантарами. Есть, пожалуйста. Хотел, чтобы люк был, потолок черный. Есть. Хотел, что он еще хотел? Там, чтобы беспроводные зарядки, там вот это все. Вот это есть, в общем. Хотел камеру 360. Где-то она есть тоже. Вот она, кажется, да? Вот. Пожалуйста. Есть. И хотел подогрев, охлаждение, продув, обдув. В общем, все есть. Так. Вот здесь подогрев руля. Подогрев, обдув сидений. Вот. Что ты еще хотел? Память сидений. В общем, хотел, чтобы еще черная она была. Черная конкретно. Кстати, масло менять тогда, когда будет 5000 миль. Вот. 5000 миль. Сейчас на ней всего 6 миль. Вон, 6 миль. На этой машине. Новая машина. Полный бак бензина. Полный бак. Машина у нас в этот раз не на самолете летит. Этот раз она будет ехать в контейнере. В контейнере можно отправлять с полным баком бензина. И она, в общем, в Алмате будет ездить с полным баком бензина. Это такой доп. Доп. Функт. Опция от дилера. Память сидения на 3 человека. Здесь две кнопки для открытия. Пожалуйста. Нажимаешь одну, вторую. Все здесь открывается. Здесь у нас бензин. Заливать и 20-й, и 85-й нежелательно. Это не дизель. Тоже они предупреждают. И еще предупреждают. Здесь check engine, видите? Если вы закрутите, и оно не щелкнет, может туда воздух может заходить. И check engine может из этого загореться. Это у нас RX 350 All-Wheel Drive, ребята. All-Wheel Drive. Почему оно не открылось до конца, непонятно мне только. Так, а ну-ка. Сейчас еще раз. Открываем. Ага. Делаем вот так. Вот так делаем. Вот это на всю, да? И нажимаем эту кнопку, держим. Если я не ошибаюсь, там сколько-то, 3 секунды или сколько. И отпускаем сейчас. А ну-ка, сейчас пробуем еще раз. Искали эту машину, в общем, у наших дилеров, здесь по месту, не нашли. Вернее, нашли, пока приехали, она уже продана. Так, почему-то он не открывается до конца, непонятно почему. Или эту надо нажимать. Кажется, эту надо нажимать. Окей. Давай, а ну-ка. Поехал к одному дилеру, не продано, вроде бы онлайн есть. Приезжайте, пока приехал, продано. Второму продано. Нашли аж в Каролине ее, короче, эту машину. Пришлось туда лететь. О, все, вот теперь я ее запрограммировал на высоту, видите, ее можно программировать на высоту. Выставляешь рукой, вот допустим, да, ты низкий, ты выставляешь ее рукой, вот допустим, вот так ты можешь ее выставить, стоять, вот так ты ее выставляешь, да, и нажимаешь на вот эту кнопку, и она всегда будет открываться на вот эту высоту, всегда, вот, нажимаешь, держишь, все.
А ну-ка, смотрите. Сейчас она открывается на эту высоту. Хоп. Видали? Ну, это слишком низко, мне кажется. Надо повыше. Вот так, самый раз. Все. Нажимаешь, держишь. Так, аптечка есть. Держишь 3 секунды, она 3 раза пикает, и все, она программирует сразу моментом. Домкрат, запаска, все тут есть. Там есть 2 кнопки еще даже. Тоже опускать сидушки. Вот эти. Ключ там. Ключи есть. Вижу. Опа. Закрываем. В общем, сейчас машина ждет тайтл. Приедет тайтл. И мы ее отправляем в контейнере. Опа, вот так назад чуть-чуть. Вот такой аппаратик. Если кто-то хочет подобную машину себе, ребята, пишите, звоните. Это хит продаж. Все любят покупать на данный момент такие машины. Мы стараемся находить то, что люди любят. То, что им нравится по их вкусу, цвету и так дальше. У каждого свои предпочтения какие-то. Голая цена у дилера. Закупа 61,5. Это тоже зависит от комплектации. Можно купить и за 53. За 53 можно купить закуп. Можно купить и за 70, и за 80. Здесь большой экран. На некоторых машинах будьте внимательны, когда выбираете. И так сразу и не скажешь, но на некоторых Lexus есть маленький экран. Он вроде бы такой большой, да, все под стеклом, но на самом деле он короткий, такой маленький, квадратный. Эти комплектации, как сказать, они, ну, чуть подешевле. И также обращайте внимание, что было написано All-Wheel Drive, потому что все хотят All-Wheel Drive, особенно те, кто живут в Казахстане, Узбекистане, там, где много снега зимой бывает, в горах и так дальше. Вот. По ошибке иногда люди не досмотрят и покупают такие машины. А потом говорят, блин, а я такой уж не хотел. Это турбо 2,4 литра. Вот такой обзорчик. В общем, скоро отправим и ждем. В общем, от нашего заказчика обратную видюху, когда она уже приедет в Казахстан, покажет нам, я надеюсь. Что все люди, очень сложно у людей выпросить, чтобы они нам снимали обратные видюхи почему-то. Все заняты. Так. Некоторые, конечно, снимают. Спасибо вам большое. Так, это у нас вперед. Камера впереди на бампере есть. Видите, она кричит, ругается. Типа, куда ты прешь? Там сзади, там впереди у тебя какая-то фигня. Давай назад. Включаем заднюю. И сдаем заднюю. Так вот. Много разных плюшек. Тут есть вот кнопка на паркинг. Просто нажал и все. Вот такие, в общем, дела, ребят. Если есть желающие, пишите, звоните. Плюс 1-413-244-8667. И вам подберем. И отправим в любую точку мира. Авто из Америки. Любые авто, ребят, любые. Целые, битые. На любой вкус и цвет. То, что закажете, то отправим. Тут еще такая плюшка есть, я не видел. И, кстати, по поводу ключей. Так, нет, это у нас от Кадиллака. Так. Полные карманы ключей. Вот ключик от нее один. Дилер один ключ дал. Второго ключа нету. Вот в таком мешочке. Всем пока.